Правовая среда на канале «Беларусь-4», программа «Чрезвычайная ситуация» и я, Виталий Долгий, продолжаем эфир телерадиокомпании «Гомель». Тему этого выпуска обозначим фразой «убитое детство». В этом году в областном центре произошло два беспрецедентных в уголовной практике случая. Брошенный собственными родителями грудник умер голодной смертью на Сельмаше, а новобелецкая мамаша одного за другим утопила детей в ванной. В причинах обоих происшествий есть один немаловажный фактор. Однако вначале давайте еще раз вспомним, как это было. Сорокина Оксана Олеговна признательна в умышленном противоправном лишении жизни другого человека убийстве заведомо малолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 25 лет лишения свободы с отбывающим наказанием в экономических общем режима. Эта невероятная история разыгралась в южном микрорайоне города Гомеля в самом начале весны. Молодая мать собственными руками хладнокровно лишила жизни двоих своих детей. Во всех СМИ потом делали акцент на том, как впоследствии с улыбкой на лице мать-детоубийца сообщала о содеянном следователям. И с такой же улыбкой выслушала приговор суда, состоявшийся этой осенью. А тогда, в начале апреля, 26-летняя Оксана Сорокина около полуночи принимала ванную со своим двухлетним сыном. В какой-то момент она решила его утопить. Когда двухлетний Савелий перестал подавать признаки жизни, пошла за своей 11-месячной дочкой и принесла в ванну и ее. Через 5 минут оба ребенка были недвижимы. Ближе к утру Сорокина позвонила в милицию и сообщила об убийстве. Вид и размер наказания является максимальным, согласно нашему законодательству, для женщин, несмотря на то, что санкции данной статьи предусматривают как пожизненное заключение, так и смертную казнь. Имеющаяся еще диагностированная в ходе следствия, согласно экспертизе обвиняемой, расстройство личности, тем не менее, не влияло на ее способность осознавать противоправность своих деяний и оценивать их последствия. Таким образом, она была признана полностью вменяемой. Судя по рассказам соседей убийцы, у нее были постоянные трудности в личной жизни. Не будем вдаваться в подробности, но факт нелюдимости и недружелюбия отмечают все жильцы дома, с которыми нам удалось пообщаться. Точки над «и» в таком поведении ставят экспертные заключения психолого-психиатрической экспертизы. У Оксаны Сорокиной диагностировали диссоциальное расстройство. Этот недуг, на первый взгляд, не является опасным для общества, не требует госпитализации, но при внимательном рассмотрении может рассказать о многом. Для расстройства характерны отчужденность и недружелюбие, безразличие к чувствам других людей, неспособность испытывать чувство вины, а главное – низкий порог насилия и агрессии. Такой человек, как говорят в народе, убьет и не заметит. К сожалению, именно так и случилось. Что ей еще надо было? Что ей надо было? Какое соцобеспечение? Она полностью была обеспечена. Продукты у нее были, этот холодильник забит детскими продуктами, ей же давало государство на детей. А что ей не хватало? Да это не то слово двух деток убить, не то мужчины слово. А? Притом уже детки понимали. Оксана Сорокина – воспитанница детского дома. Социальное жилье в 104-м микрорайоне на окраине Новобелицы получила как сирота и мать двоих детей. Ранее несудима. Но в органах опеки стояла на особом учете. К ней частенько наведывались и медсестры из поликлиники, и участковые милиционеры. К сожалению, старания и тех, и других не уберегли детей от гибели. Быть может, 25 лет колонии общего режима что-то изменят в отношении к жизни самой Оксаны. Я добивался того, чтобы ей самый максимальный срок дали по ее статье. Это самый максимальный, 25 лет лишения свободы. Пускай сидит и думает. Когда достал на прениях фотографии детей, это вот единственный раз, когда она заплакала. Остальные все суды, она ухмылялась просто и все. А скажите, что она говорит? Как она оправдывает свое поведение, свой поступок? Никак. Человек не раскаивается в том, что он совершил. Она не раскаивается.
В истории Сорокиной много вопросов осталось без ответа. СМИ допустили только на самое последнее заседание. В течение оглашения приговора Сорокина усиленно прикрывала нижнюю часть лица, чтобы не показывать публике эмоции. Что она чувствовала в этот момент, неизвестно. Поэтому так много остается туманным в этой истории для журналистов. Очевидно только одно. Едва начавших жить Савелия и Ангелину уже не вернуть. Второй случай довольно широко освещался в областных и республиканских СМИ, и все же и в нем есть несколько довольно туманных моментов. Мать, оставившая умирать от голода своего грудничка, к тому времени имела 4 детей. Лишалась родительских прав, но продолжала рожать и бросать своих собственных детей на попечение престарелой бабушки. И будто бы органы опеки и милиция прекрасно знали о катастрофическом положении этой, с позволения сказать, семьи. Но младенца спасти все равно не удалось. Так уж случилось, что судьба 3-месячной девочки почти 8 месяцев не интересовала не только родителей малютки, но и участковых врачей, милиционеров и других ответственных работников. Григорию Виолетту Викторовну и Хололенко Максима Васильевича признать виновными в умышленном противоправном лишении жизни другого человека и на основании пунктов 2, 6, 15 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса назначить им наказание в виде 18 лет лишения свободы каждому. Тело их дочери обнаружили только после того, как в одном из подъездов многоэтажки на улице Мазурова нашли новорожденного мальчика. Как потом выяснится, он тут очутился прямиком из палаты роддома. И только благодаря посторонним людям выжил и даже не получил осложнений по здоровью. Быстро нашли биологических родителей новорожденного. На тот момент, кроме него, за Григорьевой числилось еще 4 детей. Обвиняемая родила 5 детей, отцом 4 из которых является обвиняемый. Первая дочка у нее от другого мужчины. В отношении 4 детей обвиняемая лишена родительских прав, была к моменту рассмотрения уголовного дела в суде. Ранее дети отбирались в 2007 году у обвиняемой ввиду того, что она уходила из дома совместно с обвиняемым и вела бродяжнический образ жизни. Не уходила из дома она неоднократно. Григорьева и Хололенко почти никогда не работали. 4 из 5 детей зачали вместе, но практически никогда ими не занимались. Их жизнь – это бродяжничество и бесконечные попойки. Алкоголизм биологического отца – факт доказанный. Вот и в случае с 2 последними детьми все произошло по пьянке. Именно так с пьяну в малосемейке была оставлена 3-месячная девочка. Да, на суде оба этих в кавычках родителя признали свою вину, согласились с тем, что совершили, цитата, «страшное преступление». Вся эта история детально и всесторонне исследована на стадии досудебных разбирательств. А потому, зная все нюансы жизни Григорьевой и Хололенко, представитель гособвинения потребовала для них очень суровый приговор. В судебных прениях мною предлагалось в суду признать обвиняемых виновными в полном объеме предъявленного обвинения и назначить обоим наказание в виде 20 лет лишения свободы. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда обвиняемые признаны виновными в полном объеме предъявленного обвинения. Раскаяние пришло только на суде. И все же подсудимые говорят, вся вина лишь в том, что оставили ребенка в опасном положении и отчета своим действиям на тот момент не отдавали. Слишком уж были пьяны, ну а потом просто боялись возвращаться к грудничку. Подсудимые хотят смягчения наказания. Мы ставили вопрос о переквалификации по части 2 статьи 139 на оставление ребенка в опасности. Это воля ее. И позиции ее. Мы не имеем права, как защитники, решать вопрос против воли обвиняемой. 4 декабря состоится заседание Верховного суда по делу Григорьевой и Хололенко. Мы обязательно расскажем о конечном вердикте по этому делу.
По итогам разбирательств в этой истории около двух десятков должностных лиц были привлечены к ответственности. 9 человек лишились работы. Халатность и все то же безразличие роднит псевдосемью Григорьевой Хололеенко и людей, проглядевших смерть их 3-месячной девочки. И как в случае с детоубийцей Сорокиной, жизни всех этих малышей уже не вернуть. Но вот урок на будущее можно сделать однозначный. Даже счастье всего мира не стоит одной слезинки на щеке невинного ребенка. Так написал Достоевский 100 лет назад. Этим нужно руководствоваться и сегодня, чтобы не случилось новой беды. В Гомеле сегодня 680 детей признаны находящимися в социально опасном положении. И ради них надо работать с удвоенным усердием. 18-й декрет президента и ряд других нормативно-правовых актов направлены на защиту материнства и детства в нашей стране. По факту, огромные силы и средства направлены на то, чтобы не только отследить неблагополучные семьи и обезопасить детей. И это каждодневная, кропотливая работа, цель которой не просто лишение родительских прав. Во главе угла – профилактика. Отметим, что в целом по этой работе уже наблюдается значительный прогресс. В 2010 году было совершено 1531 преступление, то в 2014 году уже 1387. То есть снижение за последние 5 лет отмечается почти на 10%. Подавляющее большинство преступлений, совершенных в отношении подростков, это относится к статье 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть невыплата алиментов. Все эти годы перенастраивался инструментарий контроля и реагирования на негативные проявления в неблагополучных семьях. Сформировалась и система выявления таких семей и постановки на учет в органы опеки и попечительства, инспекцию по делам несовершеннолетних. Кстати, именно из таких неблагополучных семей чаще всего и появляются конфликтующие с законом дети. И эту болезнь лучше предупредить, чем потом запоздало лечить в специнтернатах для малолетних преступников. В Гомельской области налажена система, когда по каждому факту семейного скандала либо семейного насилия в семье, где проживают несовершеннолетние дети, незамедлительно в течение суток направляется соответствующая информация в органы опеки. То есть милиция получила какую-то информацию, вышла на семейный скандал, посмотрели, там есть дети, малейший признак семейного неблагополучия, тут же об этом информируют соответствующие органы, которые уже могут дальше принимать решение о признании детей, находящихся в социально опасном положении, или даже о более строгих мерах. Вообще существует ряд характерных признаков того, что пора вмешиваться в ту или иную семью. И фактор бедности или хронического безденежья тут отнюдь не главный. Кстати, социальную адресную помощь никто не отменял. Другое дело, что не все родители радеют за материальное благополучие детей и не всегда спешат в территориальные центры соцзащиты. И уже в бедности, как на самой благодатной почве, прорастают другие пороки. Антисанитария, пьянство и так далее. Комиссии, которые ходят и обследуют такие семьи, да, которые у нас находятся в группе риска, буквально не стесняются, смотрят там в холодильник, смотрят, какая есть одежда у ребенка, какие у него, если маленький ребенок, там игрушки. Смотрят, естественно, в первую очередь санитарное состояние, это визуально видно сразу, кто живет в квартире. Естественно, производятся беседы с соседями, с жильцами, которые могут характеризовать. Употребляют родители спиртное, видели ли их в пьяном виде, собираются ли в этой квартире лица, склонные к ведению антиобщественного образа жизни. Естественно, органы внутренних дел со своей стороны фиксируют, были ли вызовы в эту квартиру в милиции, там, по фактам семейных скандалов, шума, еще каких-то таких вот именно антисоциальных проявлений. Остается добавить, что именно благодаря комплексной работе множества самых разных служб, половина отобранных органами опеки детей потом возвращается в биологические семьи. Именно благодаря этим мерам на всю Гомельскую область остался один единственный интернат для детей-сирот. И хочется верить, что уже никогда мы не станем свидетелями судебных разбирательств таких дел, как дело Сорокиной или Григорьевой Хололеенко. Остается добавить, что детей в семьи возвращают именно потому, что родители сами изменили свою жизнь, перестали пить, стали больше зарабатывать. У людей поменялась система ценностей, в которой достойное место заняла именно семья, а главное – сами дети.
Ну, а нам с вами нужно помнить одно. Чужих детей в беде не бывает. Я с вами прощаюсь, делаем все возможное, чтобы наша ситуация оставалась нормальной и никогда чрезвычайной.